мог даже забить. А это Криштиану. Матч Атлетико Юве стартовал. Составы команд. Ювенту. Квадрадо. Отличная передача. Квадрадо. Удар по воротам. И гол! Хуан Квадрадо! Вот это голассо. Это голассо от Квадрадо. Болельщики Ювентуса довольны. Танец от колумбийца. Ну, конечно. Что за удар получился у Квадрадо? А, великолепно. Сама комбинация была классной. Отметим, безусловно, Игуаина, который поверх Бонуччи. Далее вот так бросает в прорыв Бонуччи Игуаин. Не было офсайда. Обманы движений. Партия. Удар по воротам. Вот так. Ни Бонуччи, ни Делик не смогли мяч выбить. Делик вообще выкатил мяч. Партия. И вот было очень опасно для Юве. Очень Анича. Бонуччи. Дача. Макуэн. На прошлой Лиге Чемпионов. Помню, что он с Аяксом в своем игре. Сейчас не надежно. Соперник, пас на Данилу. Атака очень опасна Ювентуса. Удар по воротам, рикошет. И как... Алекс Сандро. На газоне. Сыграл максимально качественно. А здесь шанс у Атлетико. Он сработал. Неймар, удар по воротам. Игра в стиле Косты. Вернулся помочь своим начальникам Косты. Мяч отобрал. И далее уже на самом Косте нарушили правила. Янич. Подача. И здесь Хименес. Просто король был. Включает свою технику. Алекс Сандро. Честный. Вот, честный. Очень верно действует Бонуччи. Так, что с арбитром? Вот это да. Отлично. Мяч разыгран. Момент. И как здесь не забил Атлетико? Это Хименес, который в штрафной остался и вышел на ударную позицию. По-другому играет команда. Подача. Матюди. 2-0. Вот это да. Абсолютно. Качественная контратака Ювентуса, но и гол Блеза Матьюди он его заслужил на самом деле. Это логично, что его забил именно Матьюди. Как же он классно играл весь матч. Там он подскользнулся, упал, но тем не менее в своем стиле гол он отпраздновал. 2-0. Вот так. Хотя Рэмзи, наверное, что другая позиция. Роналду! Нарушил правила Криштиану. Нарушение правил. Штрафную. Опасный момент. И 2-1. Вот так. Атлетико возвращается в игру. Я был уверен, что Атлетико этот шанс возникнет. И довольно оперативно Атлетико один мяч отыграл. Тем интереснее концовка этой встречи. Савич отличился. Смотрим мы за этим повтором. Не было офсайда. Ну и, возможно, скоро мы... Пас на Игуаина, Игуаин! Удар по воротам, Матьюди добивает... Шла подача, и Войцех честный. Перевод. Янич. Бентанкур. Еще одна подача, Роналду! Это был... У нас начинается стычка. Что здесь? На газоне Лоди. Таких футболистов, как Дибала, Ювентус не заиграет. Так, Игуаи. Угловой удар. А это Томас Парти перехватывает мяч. И уже контратака Атлетико. А что здесь? Здесь ноги свело. С него. Дибала что творит? И прострел какой! И мяч уже в руках у честного. Подача в штрафную площадь. Удар по воротам и гол! Атлетико Мадрид сравнивает счет в матче против Ювентуса на 90-й минуте. Это Эктор Эррера.
забивает головой после подачи с левого фланга. Вот так Атлетико все же.